Первый вопрос на повестке дня внеочередного заседания 7-й сессии крымских парламентариев – внесение поправок в закон о бюджете республики. Как сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов, объем доходов Крыма будет увеличен на 273,7 миллионов рублей за счет целевых средств из федеральной казны. Также предполагается уменьшение общего объема расходов на 426,3 миллиона и сокращение дефицита республиканского бюджета на 700 миллионов рублей. Направление расходов за счет увеличения объема целевых средств из федерального бюджета предполагается на реализацию мероприятий федеральной целевой программы социально-экономическое развитие Республики Крым до 2020 года за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Как отметил Константинов, Государственному комитету по охране культурного наследия Крыма будет выделено 255,2 миллиона рублей на реализацию задач по сохранению исторических объектов республики. Помимо этого, 40 миллионов направит в Министерство сельского хозяйства для приобретения противоградовой защиты. В свою очередь, служба капитального строительства получит 200 тысяч рублей, с помощью которых будут созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. С учетом вносимых изменений, основные показатели бюджета теперь прогнозируются в следующих параметрах. Общий объем доходов 158 миллиардов 715,6 миллиона рублей. Общий объем расходов 159 миллиардов 220 миллионов рублей. Дефицит бюджета составит 504,4 миллиона рублей. Дефицит бюджета в полном объеме обеспечен фактическими остатками средств на счетах по учету средств бюджета Республики Крым на начало года и средствами от продажи акций. Кроме вопросов формирования республиканской казны, парламентарии избрали нового председателя Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Им стал депутат Госсовета Валерий Коваленко. Напомним, освобожденную должность ранее занимал Игорь Лукашов, избранный главой администрации Симферополя. Я хочу поблагодарить весь аппарат Государственного совета, секретариат, свою комиссию, которая за много лет отработала без единой запинки и будет продолжать работать, она отлажена работа. Вот. Всех тех людей, которые нас поддерживали в Государственном совете много лет, хотел бы несколько слов сказать, конечно, о своем округе. Я никаким образом, ни морально, ни каким-то еще образом не устраняюсь от тех обещаний, которые давал своим избирателям в Советском Нижнегорском районе. Я буду продолжать с ними контактировать. Лукашов также попросил членов президиума оказать ему поддержку в решении первоочередных задач крымской столицы. Как отметил избранный градоначальник, для качественной работы необходимо тесное сотрудничество всех органов власти. Только с помощью комплексного подхода удастся реализовать задуманное, решить проблему с мусором, некачественными дорогами и устаревшими коммуникациями. Мне необходимо ваше мнение, ваше сведение, помощь. Поэтому еще раз всех благодарю, спасибо. Я постараюсь оправдать доверие всех вас, руководства Крыма, для того, чтобы мы город Симферополь превратили в настоящую столицу. Это был образец вот, города, как вот есть в нашей большой России. Спасибо всем. Напомним, 22 сентября текущего года Игорь Лукашов был избран на должность главы администрации Симферополя. До этого, с января 2016-го, чиновник занимал пост председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Егор Зайцев, служба новостей ИТВ.